У Никиты в среднем по 6 уроков. И еще 5 раз в неделю школьник ходит на хоккей. Возвращаясь домой в 6 вечера, садится за домашнее задание. И вот такая учеба до позднего вечера. Иногда делаю до 9, до 10. Долго думаю. Просто это после тренировки спать охота. И вот это все нагружается все на голову. И, как говорится, на голове густо, а в голове пусто. Если Никита измотан, мама тут же спешит к его классному руководителю. В отгуле понимающие учителя не откажут. Просто отпрашиваемся на один день, как правило, например, в пятницу, чтобы суббота-воскресенье у него уже более-менее отдохнуло и тело, как бы, и мозг. Вот так. Руководство третьей реутовской школы не возражает и на пару дней может дать уставшим ученикам отгул. По просьбе родителей и без всякого больничного. Учебная нагрузка серьезная. У младших классов 21 час в неделю, у старших 32. А 11-классникам из-за ЕГЭ и вовсе не сладко. Успеваемость падает, нервозность растет. Ребенок может иметь смену настроения, причем резкую смену настроения. От смеха до плача, начать нервничать в этот период. Может проявляться агрессия, агрессивное поведение. Всего по 5 уроков в день предложила оставить детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Чтобы дети не утомлялись. Педагоги третьей школы не согласны. Говорят, тогда ученики не успеют освоить всю школьную программу, а от труда и физкультуры и вовсе придется отказаться. Нужно более вести подвижный образ жизни, потому что в движении растут и развиваются и мышцы, и кости. Значит, здесь мы повлияет на общее физическое развитие. А если мы уберем труд, то элементарные навыки для развития тонкой моторики, да, а тонкая моторика влияет на развитие головного мозга. Это не самым лучшим образом отразится на ребенке. Чтобы детям было легче, сложные дисциплины стараются не ставить на начало и конец недели. В день не проводят более одной контрольной, а химию, физику и математику чередуют с физкультурой, рисованием и географией. Течение, ребята, у нас бывает 3 видов. Если ребенок устал, психологи советуют родителям взять для него в школе пару отгулов. Понимающие учителя не откажут. Отдохнет, наберется сил и дальше будет грызть гранит науки. Анна Егоршина, Олег Лихограй, Сергей Сомов для РТВ.